питательный ПП-ужин. Для приготовления тебе понадобится обезжиренный творог и вот такой вот йогурт. Марки я обязательно покажу в конце. Теперь самое сложное – это приготовление данного уникального блюда. Конечно, придется испытать немалый стресс для того, чтобы открыть, распаковать, перемешать. Мешать долго и качественно, пока не получится однородная масса. Приятного аппетита! А вот и продукты.